долгий дождь, словно долгий дождь, сделал так, что один день на другой похож. Вот ведь в чем беда, вот ведь в чем беда, не оставил и этот день следа. Дело не в погоде, вновь меня на грусть наводит, что не происходит в жизни ничего. Дело не в погоде, ничего не происходит, вот ведь что обиднее всего. И друзья есть, и дом, и все как будто есть. И забот полно, и забот полно, только грусть не проходит все равно. Дело не в погоде, но в меня что не происходит в жизни ничего. Дело не в погоде, ничего не происходит, вот ведь что обиднее всего. Сколько же можно? Пишите одно и то же столько раз. Ваше время давно кончилось. Ждет оркестр 50 человек. Какой дубль вы пишете? Девятый. Ее от микрофона не оторвешь. Можно вспоминать о тех далеких днях, как о лучших днях. Причина здесь. Для грусти и в жизни повод есть.